Ты всех якорей решил к нам сюда в каражан засунуть? Куда Я хочу каражан закинуть. засунуть? Но урок обязательно Ну, хитрый такой себе, конечно, якорь. Ну, даже якорь такой себе, то есть я согласен. Давайте трэш пошли чистить. Танки пошли. Двор, ты спекнулся уже? Да, там он харасит сидит. Не в танке или в ретроке? В ретроке, двор в танк и рэм в танк. Рэм, стой, танк, ты присумонти хоть одного. Харасит зашел меня чекнуть, блять, в игре. Ты их не тяну сумму. Он ревнует? Блять, Никита, это просто шуточки уже. Побежали, побежали. Да по факту ревнует, если он тебе в игре чекнуть зашел. Ну. Блин, мы просто должны были с вами к нему поехать. Парень мой не смог, а он говорит, что это я из-за того, что у меня рейд, поэтому мы не поехали. Не шути так. Чё? Из-за рейда, говорит, не поехала в гости. Сказал, что рейд важнее, чем, блядь, вообще друзья все. Да-да. На самом деле из-за Олежи не поехала. Конечно, каражан Олег Релин, типа нихуя себе. Прохельте, ребят, тут ложат танки, соберите их в пачку. Мишан, сейчас в кару зайдем, она там будет. Олежа, мой милый, мой золотой. Блять, опять душно у нас тут стало. Блять, я скучала, Олежа. Никит. Чё? У тебя давно ничего не было? У тебя такие мысли просто нехорошие. Душно. Тебе нужно где-то пойти расслабиться. Что ничего не было? Секса? Ну, интимная жизнь, я не знаю. Секс-херня. Каждый день с рукой интимная жизнь. Нету лишнего. Не надо наши шалости с тобой рассказывать всем здесь. Миша, тебе да, сказал там МТ танка, если что, поспим. Ну да, я спал, да. А завтра Олежа будет. А завтра Армен будет. А, Армен Орда, блядь. Армен не Орда уже. Он уже все сделал. Хуйло, то пусть десятку мне отдаст, значит. Завтра будет весело в рейде. Он будет плакать, дайте мне токен, я буду плакать, дай мне алгуру. Не, ему токен уже не надо, ему руки надо. То он сейчас офспек будет Дэн собирать, это же Армен. А кто ему будет давать-то? Он вам расскажет про своего кота, про НПС, которого обманули. Ну, короче, он вчера не успел что-то сделать и сказали, что это потому что он зашел и из-за этого убрали. Ману восстанавливайте. Ебанутая шутка. Так это, я так поняла, не шутка, он серьезно так думает. Шаманы по КД ставите тремор. Присты первый сдаст... Нажмите кто-нибудь кнопку. Угу. Присты первый сдаст. Блять, кто там нахуй в колонках сидит? Я, наверное. А ну повари. Поставь на букву. Это Глеб. Раз. Угу. Это Аква был, Денис. Я замутил, ладно. Так я, че Слава шаман тут шпионит? Слава, блять. Да, поставьте шкаф. Поставьте шкаф в самонем, ребят. Короче, Рэм, танчишь Оню. Где-то за ней. Вот метку поставил. Там танчишь Оню на первой и на второй фазе. Шкаф поставьте при самонем, ребят. Дальше. Получается второй танк. Двор. С тебя трэш. Дальше. Слав, тавком хочешь тут 5 хилов. Хочешь бей, хочешь.
Вот, короче, первый зомби сдает парему, антифир. Второй сдает, естественно, шпшник. Спирит. Войд. Войд. Спирит. Ну а ДЦшник по себе, естественно, кидает. Танк, если готов, сразу беги туда на позицию, чтобы не стали не ждать. Все шаманы ставятся тремор по КД. Дайте пристабав. А где отряд? Не знаю, не суманули бы его, видимо. Так, сейчас дракончика залейте, все, давай там, беги туда, все остальные на изготовочку побежали аккуратненько по стеночке, он будет танчить в кресту. Аккуратненько по стеночке. Угу, все, давай агри. Другой танк. Двор, я же сказал, ты мобов держишь. Необратимый, что ли? Ну, просто у каждого на X4 просто спроси, кому необратимый не писал какую-нибудь фигню. X4 знает необратимую просто. Потом спросим, кому Аня фотки не скидывала? Ага. Это Кармену. Сец. Армен любит котиков в ночи скидывает. Ну, Аня мне киску скидывала. Не котика. Что ты несешь? Какую, волосатую? Да нет, там побритая. Египетская, бля. Разверни, разверни, пизда, Рейду. Рэм, в чем проблема? Вот так вот не мог развернуть? А вот так вот сразу не мог развернуть? Я вообще не вижу, как он стоит. Ложимся, все 5 хилов духлы. Весь экран. Да, давайте этого второго вводить в двор. Надо было танком вступать в гильдию. Ну давай я потанчу. Да-да, Валга. Так это Оня, что вы хотите? Давайте еще Уню не закроем. Ты что, Гарри, давай я в танке побуду, не? Там же еще две фазы. На второй там дыхание. Давайте нормально, держите Уню. Давай, Рэм, просыпайся. Поставьте эту бичу рыбу, по-быстрому убьем с ней все. Да я поставлю. Вроча, а ты заказы на рисунок принимаешь? Ой, брат, боже, вроча, необратимо, ёбаный. Конечно, вот. Брат. Нарисуй Сонга. Сонга? Ага. Ладно, сейчас после рейда курну, блядь, нарисую.
А гомоплодин рисовать или рогу? Там у него все тот, что тот гейский, в принципе, как хочешь. Давай, танк, если готов, беги сразу на исходную. Твор, танчит ты его? Блять, танки, кто у вас что не умеет Оню танчить? Давай я потанчу. А давай в три танка спекнись, конечно. Главное заретаунтить под дыхание нормально, и все. Ну мы в бою, не могу спекнуть. Ну сейчас дракона убьют. Спекайся. Ману, устанавливай сразу. Крест, если что, танчит Оня. Сейчас по-любому опять дыхание. Беги на исходную сразу. Нистусу включи. Да стоит огонь. Иди, иди, беги, беги, беги. Все, сразу по готовности пульс. Да все, пульс, я готов. Дайте поставить. Нормально, вот так и держи, нормально. Дэн, ты видишь, кто тут под ДПС? Орлобан? Как Орлобан, если я? Орлобан 10 кадров. А, я на несонку смотрю. Нормально, нормально, ничего страшного. Бля, вообще дрочит это он, если честно. Бесполезно. Нахуй она нужна вообще? Чисто ЕП, ребята, чтобы догоняли. Догонять что? У нас у всех ноль. Ну не у всех. Дэн, такой вопрос. Как мне смотреть свое ЕП? Слэш ЕПГП. Это у него звание мут. У меня прав нет. Хорошо. Нажимайте и гильдия, и в заметках написано ваше ЕПГ. У меня мут. Давай я тебе свой аккаунт дам, ты будешь с него заходить и ради гильдии. Нахуя на ЕП себе получать? Да нет, на себя будешь получать. Так, я на мобов или на трэш? Тут есть два танка, ты просто сразу стой в АФК и готовься ее забрать. Хорошо. Еще не за шишечку согласен. Геру сдали, играем. Да, у меня тупо эти мобы, тупо лаг такой вообще с места. Да это у всех, да. Сдатор. Просто не надо смотреть туда. Я сейчас хуй есть, если еще кто-то отдыхание умрет. О, это я могу, это я умею. Могу умереть за, блядь, 100 ЕП. Сто ГП? Не-не-не, ЕП. Там в миле, если что, анонсите, когда там разбегаться. Разбежались справа-лево. Быстрее, 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 быстрее. Дыхание, дыхание. Батюшки, еще может тачи его залутаем, ребят? Не, не залутаем. Еще никто не умер. Тю-тю-тю.
Там же надо от дыхания умереть. Мобов соберите. Сколько у них процентов? 41. Готовься, смогу. Мобов все сыграли, мобов залили, забирай Оню, мобов залили. Моб еще есть. Понятно. Быстрее мобов заливаем, хилы убежали смогу. Я, блядь, лаг поймал, лови танк второй, если можешь. Заберите драконы, танки. Разверни дыхание. Ладно, немерено. Добейте этого моба. Хилы хильте, дворы и так далее. Подбегите к танкам, подхильте. Тремор поставьте. Все побежали все туда. Хант аспект можешь потом сдать, сейчас и добегут. Слава, а что ты времени забыл, тебе будет атата сделать? Так они не ходят. Так они первую десятку не ходят. Я ж поэтому залетел. Прохиливаемся, прохиливаемся. Хилим, хилим, хилим. По самогону сдайте этот антифиг. Друиды, если есть, поднимите хилу. Он сейчас упадет. Прохильте самогона, блядь. Я же прожал. Разверни. Танк второй забери. Упал. Ну, походу, мало осталось, да? Два, но там трала подняли. Трал лежит. Да, слайд-шоу такое начинается, когда эти драконы вылазят, блядь. Можете бомжей сдать. Второй танк упал, хилы вы чё? Гимноману дал. Шаманы, Тремор-то хоть стоит, надеюсь? Стоит. Вот, сработал, нихуя. Держает танка. Уже ревность не сработал. Антифир, если есть, дайте по танку. Отошли от морды, отошли все от морды. Разверни ее в стену, пизда вся. Отойдите от морды, пизда хилла, да? Мы бивнак сходим. Да, на коней. В чем проблема, ребят? Че вы, хилы слабые, что ли, не можете захилить эту хуйню? Или в чем проблема? Мне показалось так. Потому что, блин, меня срезали до 10% хп, блин, я прожал, блядь, 50 на 50, потом защитник ревностно сработал, блядь, и после того я еще, блядь, секунд через 10 сдох. Данчик, спикнуться? Так, блять, куда? У хилов есть шаман. Он должен был ставить тремор. Если он не ставил тремор, можете дать по голове. Опять же, у вас три танка, блять. Если
танка фернуло, развернуло уводню туда-то, блядь, заретаунтите, заберите и поставьте нормально. Что, первый раз, что ли? Я уж не знаю, как вот тут, блядь. Можно вместо какого-то ДКшника в пати к шаману? Куда? Кто просит? Войд. Давайте быстрее добежали, убили еще. Фигня занимается. Хламобота поставил чинить. И он живсов поставили, пожалуйста. Это освоение, Дэн, у этой 25-ки. Ну, получается сейчас. На Некс когда сделан 25 не умирающий? Ага. Не умирает. Поставьте шкаф Кукичу с манём. Да Слав, спекнись на всякий, лучше уж так подольше, но надёжнее. Так-то да, он, Паша прав, что урона нет. Так и хила нету, чё теперь? Где есть хил? Почему танк упал? На прошлом трое первый танк упал, просто его шотнули за 0,5 секунд. Там какой прохил, не прохил. Ладно, Слав, давай ДДш, если сейчас танк упадет, хил и всем ГПшечку дам. Много возникаете. Говорите, все нормально. Да все, Кукич в рейде, это хил. Кукич. Давайте танки на исходные. Да, это пью. Отпивайся, что ты добежишь, если что. Лапку дайте, друиды, я не знаю, чего там не давали ее. Без команды это все надо делать. Особенно когда три друида. Вестник, двор. Погнали? Нет, стой. Двор. Бля, где-то тут есть какая-то выемочка такая. Или вот это. Или вот это, не помню. Вообще не двигайся, ты постоишь на месте и все. Или вот это она. Ну, станьте там, где тебе удобнее. Попробуй сейчас. Все, давай. Здесь еще раз верну. Пуль. Нормально, поставь ее сейчас. Я не пойму, у нас какой-то индивид охуенно драконов нагрел? Да похуй, танков куча пособеру. Танки заберите драконов с рейда. Охуеть, что это отбрасывает так, блядь? А нахуй вы под хвостом-то стоите, блядь, серьезно? А нахуй вы так развернули? А нахуй я откуда знаю? Так не стойте просто по дракону, и все шивом тут. Либо стойте так, чтобы откидывало стенку.
Мобов готовьте слои. Благодарю. Угу. Что есть, то есть. Герус дали. Беги, малыш! Дыхание, разбежались. Моп еще один вышел. Ну еще будет, ничего страшного. Дракончики вышли, ой, бля. Свичните себе в драконов, стоп по ауне. Стоп по ауниру. Драконов залейте, быстрее танк, самогон, иди уже ловить, готовься. Мобов добиваем. Все, переводим Оню. Шаманы пошли уже тремор ставить. Танк готовься ловить. Еще один моб вышел, ничего страшного, добьем. Давай, сливайте Оню. Все, иди лови. Моба добиваем. Хилы идите уже к танку. Аккуратненько бежим, под хвостом не бегай. ШП сдай по самогону антифир. Аспект вроде стоит еще. Тралу БР дайте. Я далеко увел. Антифер, если здесь есть по танку, сдай. Хиллари. Треморы не стояли. Охуенно играем, доигрываем. Хилы вставать, если можно. Минчик тремор стоял. Понятно, что ж теперь танка держит.
Кто со статикой, оставайтесь, ИП вам потом начислю. Кому что не надо, ливайте. Че себе ачивок? Мечик, все за ГП с нее. Денчик, спасибо за рейд. Не ливай только.